у нас исторический момент. Мы нашего таракашку решили искупать. За полтора года проживания мы его еще, как это не ужасно звучит, ни разу не купали. Ну, не было необходимости никакой. А сейчас мы решили это сделать и снять на видео. То есть мы набрали в ванную воды, положили туда полотенце, чтобы ноги не скользили. И сейчас будем его купать. Так, он пока не понимает, что будет происходить, просто ему все интересно. Так, ну давай. Так. Ой-ой-ой. Немножко непонятно и страшно, да? Так, мама его обмывает полностью всего. Молодец, Спарк, да? Спарк, молодец. Там принеси ему какое-то лакомство. Сейчас мы ему дадим что-то лакомство принеси. Принеси его, чтобы он себя... Ой, так себя облизывает, да, маме ручки. Так, ну вроде не страшно ему совершенно. Да, Спарк, не страшно тебе? Да, молодец, Спарк. Молодец. На тебя за хорошее поведение. На, Спарк, Спарк, на. Ну, вот, шерстка общем, такая все. Гладкая, эта водичка так стекает. Ну, а мылом ты будешь его? Да, буду, да. Так, все, надо вот так вот мы его намочили. Водички мало напустили, поэтому дай мне там... Да, что у нас тут есть? А что это у нас есть? Шампунь. О, специально шампунь, что, для животных или что? Да? Да. Ага. Ну, Спарк, оказывается. Это не для еды. В общем, ничего сложного. Собакевич ведет себя очень послушно. Я думала, будет гораздо хуже. Надо это чаще делать, видишь? Ну, хотя надобности не было, у него запаха никакого нет, ничего. Это мы просто решили снять видео такое и покупать его. Ну, естественно, кажи, как это так? Столько времени, кажи, я не купаю. Еще есть вариант душем поливать, но мы как-то решили, что душ может и в уши попасть. Ну, и испугать его может. И испугать может шум и все такое, поэтому мы решили именно так. А так, смотри, ему даже интересно. Территория для него это неизведанная, поэтому ему все интересно. Да, да. И лапки, кажется, все надо помыть. Ох, как хорошо. Я даже не ожидала, смотри, какой. С таким удовольствием, да, все? Ну. Все, и смываем, да? Ну, да. А здесь можно было бы и душем, кстати, попробовать. Под небольшим напором. Он любит мыло. Все шумыльное, все крема, все слизывает. Поэтому ему, наверное... Даже интересно. Да, Спарк? Да. Нравится ему, да? Да. Смотри, даже. Еще сам проситься потом будет, чтобы его покупали. В ванную залазить. Так, процедура несложная и полезная. Да? Да, Спарк, ты где? Ты куда попал? Хочет руки мои, хочет. Все время, что мама делает? Так, ну его надо хорошенько прополоскать, как говорится. Не кусай. Да. Хорошо, хорошо прополоскать. Но вода грязная и ужасно. Вообще-то. Конечно, решетка собралась куча пыли, грязи какой-то. Что-то мне не купать. Молодец, Спарк, молодец. Ну, он у нас вообще домашнее животное. Он на улицу выходит, конечно. Но не каждый день. Получается, в общей сложности через день. Молодец, да? Ой, а полотенечко-то мы не взяли. Я вам принесу полотенечко. А там на балконе, там в комнате красное возьми. Да? Да, сейчас. Сейчас ждем. Сейчас ждем, мамочка принесет. Животик. Полотенечко.
прополоскать. Я что-то поскапала, не знаю. Ну все, вытирашки. В общем, как видно, ничего сложного. Сам выпрыгнул. Ну все, все, все. Ну успокойся. Да, да. Все. О, это плохо. Кто-то рычит, ему что-то не нравится. Непривычно ему в какой-то штукенце быть замотанным. А, ему полотенце не нравится, он не любит. Да, он все тряпки хочет грызть, поэтому он... Ясно. Все, Спарк, ты чистенький? Да, Спарк чистенький? Молодец, Спарк. Да. Да. Все, красоту. Все, идем награду получать. Идем, пошли, пошли. Идем, идем. Да. Молодец. Молодец? Да, молодец. Вот такая вот нехитрая процедура. Всё. Даже чистенький, да? Все, всем добра, пока.